Как бы я ни выбрала ракурс, солнышко все равно светит в глаза. Хоть и прячется за тучкой. А цветам нипочем. Ой, какие у нас тут розочки. Расцвели, а? Красота. Бонжорно тути, бонжорно кариамичи, дорогие мои друзья, уважаемые мои подписчики, гости канала, а также те, кто случайно заходит ко мне из любопытства, желаю всем позитива, хорошего начала недели, добра, жизненной энергии, дарю вам свою улыбку. Заходите на мой канал, подпитывайтесь энергией, подпитывайтесь позитивом, друзья мои. Не падайте духом, все наладится, как итальянцы говорят, andrà tutto bene, все будет хорошо, верьте в хорошее. Но сегодня видео я хотела снять совершенно на другую тему, хотя, как обычно, я по этой дороге иду в магазин за покупками продуктов. Тема очень интересная, я бы сказала, для тех, кто хочет развивать свой канал. Неделю назад я случайно попала на один канал посмотреть видео по кулинарии. И оказалось, что на том канале хозяйка канала Элина проводит флешмоб. Помощь начинающим блогерам. Встала в тенек, а то солнышко напрягает, не очень удобно рассказывать об этой теме. Я вставлю небольшой эпизод одного из видео с канала «К Элине на обед», где вы сможете ознакомиться с ее акцией, вот, написать ей лично на электронную почту и узнать условия этой акции, дорогие мои. Элина профессиональный повар, позитивный человек, также заряжает всех энергией и своей улыбкой, как и пытаюсь сделать это и я, дорогие мои. Живет она уже давно в Германии, так что у нее есть чему поучиться кулинарным каналам, если, конечно, кто-то желает подписаться на нее, не участвуя в этой акции, дорогие мои. Здравствуйте, мои дорогие Дианочки! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня я к вам с одним замечательным, шикарным, самым вкусным и полезным витаминным армянским рецептом. Даже не только армянским, а вообще всеобще кавказским, потому что, в принципе, пекут его везде на Кавказе. Сегодня будем делать что-то наподобие армянского женьгаль-авгаз, потому что сейчас сезон начался. Все растет, все цветет, все прям бросится в наши блюда. Это куда бы с зеленью или просто лепешка с сыром с зеленью. Потому что у меня муж не любит просто зеленью, он очень любит, когда зелень с сыром. Я, честно говоря, тоже очень люблю этот фасон. Так что, джанульки мои, давайте перейдем. Я вам покажу, что нам для этого понадобится, и уже начнем. В первую очередь я, конечно же, замесю тесто, а потом уже займемся зеленью. Друзья мои, от себя хочу добавить, используйте любой шанс, как говорится, ловите удачу за хвост. Возможно, на этом канале вы найдете новых друзей, а также новые идеи для своих видео. Это касается, в частности, кулинарных каналов, дорогие мои. Thank you.
особенно я хочу пожелать удачи тем, кто действительно стремится развивать качественный контент, не останавливаться на 1000 подписчиков, двигаться дальше, использовать любой шанс в этой нелегкой работе на платформе YouTube, дорогие мои. Ну а сейчас, мои дорогие, я иду в магазин сделать небольшие покупки продуктов на лавочке, на которой я всегда останавливаюсь. Не получится у нас сегодня поговорить, вот она занята, дорогие мои. Ну что еще сказать, друзья мои? Подписывайтесь на мой канал, напоминайте о себе. После 1000 подписчиков очень тяжело ко всем зайти одновременно, даже ответить на комментарии, которые вы пишете. Пожалуйста, не обижайтесь, не убегайте раньше времени. Дождитесь. Я просто уже говорила не один раз, что я отвечаю даже на комментарии, которые месяц назад были, два месяца назад написаны, дорогие мои. Вот, просто чтобы качественно посмотреть видео у человека, не одну минуту, не пять минут, а стримы я у некоторых в записи смотрю от 15 до 20 минут, нужно время. Ну вот представьте, 10 человек в день, а вас больше 1000. И некоторые приходят почти каждый день. Почти каждый день. Люди активные, и люди хотят, чтобы их смотрели тоже. Поэтому, дорогие мои, наберитесь терпения. Думайте позитивно. Жизнь продолжается. Всем пока. Ой, загляделась на небо, птица летит.